Добрый день. Мы находимся в кафедральном соборе Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, где по традиции последние 3 года, эта традиция у нас возобновилась, собирается розарий крови Христовой. И сейчас я, Ольга Дубягина, беседую с сестрой Каспар и попрошу ее немножко рассказать о самом движении и о том, как это движение возобновилось в нашем храме. Здравствуйте, сестра. Здравствуйте. Слава Иисусу Христу! Меня зовут сестра Каспра Санникова, то есть я из Москвы родом, и тут жила, училась в университете на филологическом факультете в Москве, изучала польский язык и польскую филологию. И потом я уехала и поступила вот в общину крови Христовой в Польше сначала, а сейчас я работаю в Германии. Тоже в нашей общине, посвященной Пресвятой Крови Христовой. И вот когда мы еще начинали тут в Москве в 90-е годы, то издали вот такой молитвенничек «Чашу спасения приму и имя Господне призову». И вот тут были молитвы собраны, я перевела их тогда на русский язык, молитвы, между прочим, розарий крови Христовой и другие молитвы, посвященные крови Христовой. И вот пожилые уже со стажем прихожане тут храма, этого храма Непорочного Зачатия и храма Святого Людовика, например, пани Ядвига Неманякина, они знают эту книжечку, помнят эту историю. Вот, и мы пытались как-то начать собираться в группах, размышлять над Святым Писанием, но не получалось ничего. Не получалось там регулярно собраться. И вот в какой-то момент удалось, благодаря вот именно Ирине Лачинян, которая участвовала в паломничестве в Рим, и там были сестры из другого ордена Крови Христовой. И они предложили вот именно в такой форме группы основать живой розарий Крови Христовой. То есть люди получают, каждый человек получает одну тайну этого розария, да, и потом они меняются этими тайнами. И вот эта вот форма молитвы оказалась очень хорошая, до сих пор она все время развивается, появляются новые группы, новые люди. Но я сейчас скажу, вот может быть, именно о самом этом розарии драгоценной крови. Что это такое? Значит, розарий драгоценной крови – это такая форма молитвы. Вообще розарий, это, мы знаем, это четки. Вот. Есть Богородичный розарий, в котором мы повторяем молитву «Аве Мария, радуй, Богородица, Дева, радуйся». А это другой род розария, другая форма. В нем 7 тайн. И каждая тайна посвящена одному пролитию крови Христовой. То есть Господь пролил кровь во время обрезания, в Гефсиманском саду, во время бичевания, увенчания тернием, на крестном пути, на кресте и при пронзении бока ребер копьем. То есть вот эти 7 тайн, мы думаем о них, мы читаем фрагмент Библии, который описывает вот эту данную тайну, и мы благодарим Господа вот за то, как Он проявил к нам свою любовь, отдавая за нас свою кровь. И есть определенные размышления на эти тайны, и мы пытаемся вот думать на эту тему. И, например, Господь пролил кровь во время бичевания. И мы думаем, благодарим Господа за вот это пролитие Его крови, и в то же время думаем о том, кто сегодня претерпевает бичевание. Например, бичевание не физическое, может быть, а бичевание при помощи языка, злого языка других людей, преследование, обговаривание. Да? Вот, и мы молимся за этих людей, чтобы они вынесли вот этот крест. Да? И мы молимся также за тех, кто бичует своих ближних сегодня. Да? И
И также мы соединяем с этой молитвой собственные переживания, да. Например, мы молимся о том, чтобы мы сами не были бичом для наших ближних, вот, и чтобы мы достойно перенесли, если кто-то другой нас бичует, может быть, психически, духовно, вот, и чтобы мы соединяли наши страдания с Господом, если такое придет. Но откуда вообще взялась такая молитва, вот этот розарий крови Христовой? Кто его придумал? Это было в начале XIX века. Такой был замечательный священник Франческо Альбертини, который в Риме был очень известным духовным отцом. И вот однажды вот этот Франческо Альбертини, он совершил такие индивидуальные реколекции, дни духовных упражнений. И во время... А он был очень большим почитателем крови Христовой. И вот во время этих духовных упражнений он понял, что ему надо сочинить, вот, составить такую молитву особенную. И вот он молился, спрашивал Господа, как это должно выглядеть. И вот именно сложилась эта молитва так. 7 тайн, причем в каждой тайне повторяется «Отче наш», и всего получается 33 «Отче наш», 33 – это возраст Христа, то есть полнота спасения. Вот. И когда этот Франческо Альбертини, он эту молитву составил, он очень радовался. И он, как раз уже закончив эти духовные упражнения, шел к сестрам, у которых он был духовным отцом. И вот что очень интересно, в монастыре этих сестер именно в этот момент происходили какие-то странные демонические такие явления, там какие-то шумы, какие-то странные голоса. Причем сестры сразу поняли, что это что-то неладно. И одна из сестер имела такой глубокий духовный дар познания. И она сказала: «Сестры, не волнуйтесь, это злой дух, это черт, дьявол злится. Почему? Потому что к нам идет наш духовный отец и несет нам мощное оружие против дьявола». И действительно, пришел сестры. Я сочинил, составил такую новую молитву. И эта молитва явилась таким мощным оружием против злого духа. Да? С тех пор, вот уже с начала XIX века, начала распространяться эта молитва. И святой Гаспар, основатель миссионеров крови Христовой, духовный сын Франческо Альбертини, он очень во всей Италии распространял эту молитву. Потом она была переведена на другие. Вот. И вот, наконец, как я уже сказала, мы ее перевели на русский язык. Ну и я очень рада, что тут при кафедральном соборе в Москве есть такие группы живого розария и развиваются. Сестра, такой вопрос. Скажите, а когда впервые в России появилась традиция читать именно этот розарий? Потому что сама традиция розария и вообще розариев, она достаточно глубокая в России в том числе. А вот когда появилась именно кровь Христова, розарий крови Христова? Ну, насколько мне известно, это было вот именно в 80-е, 90-е годы. Вот эта книжечка была переведена, издана в 91-м году. Вот. И в Риме еще тогда, вот, и потом появились, еще до этого был предшественник этой книжечки, 80-е годы, когда наш как раз основатель моей общины, в которой я принадлежу, служительница крови Христовой, он попросил перевести уже тогда, 80-е годы 20 века, первые молитвы крови Христовой на русский язык. И вот эти вот... Ну вот это, насколько мне известно, то есть довольно поздно, 80-е, 90-е годы 20 века начали распространяться вот эти молитвы в России. Но тогда еще не было групп живого розария. А вот эти группы, которые действительно развиваются и молятся постоянно, это вот возникло лет 20 назад, да, и вот тут...
стоит поговорить действительно с Ириной Лачинян, которая непосредственно просто была задействована при этом, была инициатором, можно сказать, этого. Ну, можно сказать одно, что сначала, когда только появлялся этот розарий, то сестры почувствовали, что у них в монастыре что-то не так, и поняли, что к ним идет Отец Небесный, чтобы им помочь бороться с тем злом, который присутствует. И получается, что и в России, когда, в общем-то, 80-е, 90-е годы были очень тяжелыми периодами для России, когда, кстати, ну, этот тяжелый период помог все-таки восстановить католическую церковь в России, пришел к нам вот этот розарий. Вот. То есть в этом можно усмотреть какое-то божественное провидение, божественный промысел. И я надеюсь, что и в будущем это движение будет развиваться, набирать все новых и новых членов. И каждый из нас каждый день будет молиться хотя бы одну тайну живого розария, крови Христовой, когда мы будем вспоминать именно о тех страданиях, которые претерпел Христос ради нас, и о том, что иногда мы сами выступаем теми самыми бичами, теми самыми копьями или гвоздями, теми самыми терновыми венками, которые ранят нашего Господа. Спасибо большое.